Давайте создадим ударные. Возвращаемся в раздел «Инструменты» и создаем драмрек. Инструмент драмрек. Для этого мы просто либо перетаскиваем его на уже существующую MIDI-дорожку, либо перетаскиваем его на свободный слот, назовем так. Вот смотрите, я сверну вот это вот поле и переношу сюда. Здесь написано «Drop files and devices here». Переносите файлы и инструменты сюда. У нас создается отдельная MIDI-дорожка и отдельный MIDI-инструмент. Вот у нас создался инструмент DrumRack. Можно прописывать наши ударные партии. Давайте выберем какие-нибудь сэмплы. Drums. Kicks. Вот я выбираю вот этот сэмпл. Переношу его в наш свободный слот вот этого инструмента DrumRack. Как он звучит? Давайте. Как он звучит? Звучит он вот так. Теперь создадим снейр. Выберем что-нибудь благозвучное. Вот. Выберу снейр от Телефон Тель-Авив. Есть такая группа, кстати, вам очень рекомендую. В свое время, сейчас эта группа не существует, насколько мне известно. Во всяком случае, она не существует в том составе, в котором она существовала. Делали ребята музыку, которая просто ничего подобного я не слышал. Очень рекомендую. Ну, давайте создадим нашу ударную линию. Назовем это так. Партию ударных. Нажимаю play. Нажимаю метроном и кнопку «Рекорд». Вот мы создали такую драм-линию. Вот этот участок нам нужен. Делаю квантизацию. Опять же, обратите внимание на вот эти фрагменты. Quantize. Ноты чуть-чуть выровнялись. Не совсем корректно. Чуть-чуть отредактирую. Все достаточно синхронно. О чудо! Мы создали нашу первую мелодию. Простенькую мелодию.